Вот. Отец и сын, как две копии. Здоровенный тоже, как весь в отца. По ширине так и уже пошире стал. Вот красавчик. Кто с посетителей с мостков его видят, говорят, ой, какой красивый. Так, уходят, но оборачиваются, смотрят, как бы дают возможность еще полюбоваться ими. А, Беляшек уже успел переместиться. Вот, пожалуйста, еще и угощение получить. Вот шустряк. Опа, молодец. Тайгановскую пайку получил еще и у посетителей. Дело знает. Вот еще один богатырь. Ну, Беляшек, вот молодец. А тропиночка за зиму и за 2 месяца весны не заросла. Так они ее утрамбовали.